Георгиевский храм в Видном открылся в 2007 году. С тех пор его дважды красили, но полноценный ремонт здания не проводили. С начала июня здесь начали работы. Основной акцент сделан на обновление внешнего вида здания. Приводят в порядок стены, кровлю, оконные проемы в воскресной школе и ряд других элементов. В данный момент стены подготовлены покраски, то есть проведены штукатурные работы, проведена грунтовка. Соответственно, подготовка сделана для того, чтобы начать работы по производству ремонтных работ на кровле, на водостоках. Изначально здание храма задумывалось белым с красной отделкой, что символизирует мученичество Георгия Победоносца. Специалисты отмечают, что из-за белого цвета здание требует более частого обновления, чем другие храмы. Глобальных изменений в самом внешнем облике храма, как мы к нему привыкли, не будет, хотя уже многие местные жители выражали даже радость тому, что храм стал полностью белоснежный. Но все-таки у нас уже есть определенный облик храма, который сложился за эти 17 лет. В планах провести работы и на прилегающей территории, переделать лестницу и правильно организовать водоотводы, чтобы не скапливалась дождевая вода. Небольшие работы в целом по стеллобатной части, где-то что-то подлатать, подкрасить, они должны будут именно пройти за вот этот оставшийся срок. Работы выполняются силами одного из застройщиков муниципалитета при содействии главы Ленинского округа Станислава Катрова. Их планируется завершить до середины сентября, и обновленный храм станет подарком всем жителям ко дню города. Юлия Стаферова, Евгений Бех, Максим Константинов, Видное ТВ.